Идею поставок газа в ЕС из Азербайджана поддержала канцлер Германии. Об этом политик заявила на совместной пресс-конференции с президентом страны Ильхамом Алиевым. По словам Ангелы Меркель, открытие так называемого «южного газового коридора» станет позитивным фактором в энергообеспечении ЕС и поможет уменьшить топливную зависимость Евросоюза от России. Алиев, в свою очередь, подтвердил готовность Азербайджана увеличить поставки газа в европейские страны.